Курганская делегация вернулась с форума молодых профессионалов. Он проходил в Челябинской области на территории пансионата «Карагайский бор». На второй смене собралось около 500 участников со всего Уральского федерального округа. На протяжении второй смены молодые профессионалы работали на 6 площадках – Урал-Арктический, Трудовой, Творческий, Медийный, Международный, Технологический. Для участников ежедневно проводились встречи с гостями, лекции. Также в рамках форума приехал пообщаться заместитель губернатора по Курганской области по социальной политике Александр Карпов. В течение 40 минут общались, обменивались впечатлениями, что необходимо сделать в области. Ставились вопросы трудоустройства, прежде всего, поддержки молодежи, концепции развития молодежной политики в Курганской области. Мы прежде всего ждем инициативы от самой молодежи, чтобы не правительство это все разрабатывало, не чиновники, а именно та инициативная молодежь, чтобы они хотели видеть в Курганской области в дальнейшем развитии. В рамках культурной программы на форуме «Утро» перед молодыми профессионалами выступили артисты шоу «Импровизация», финалисты телевизионного шоу «Танцы». Также делегации от 6 регионов соревновались между собой в различных видах спорта. Главными героями закрытия смены стали победители грантового конкурса. Зауральская молодежь заработала в конкурсе проектов 4 гранта по 100 тысяч рублей. Екатерина Юшина, Дмитрий Тихонов, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».